себя скачаешь. Друзья, она уникальна тем, что в первую очередь это одна из тех семей, которая отозвалась на чужую боль, как действительно свою. Мама Любовь Васильевна, которую мы нашли случайно, с которой наш познакомил Паша, оказалась женщина сама не слышащая. Будучи замужем за великолепным человеком, который дети одного, установили еще одного ребенка. И когда узнали, что есть возможность установить еще ребенка, они установили еще одного ребенка. Увидели в газете уникальную статью, где говорилось про девочку, которая была брошена на остановке и забыта. Любовь Васильевна не могла пройти мимо и согласилась, вновь уговорив действительно отца семейства, не потому, что он не хотел, потому что это жилищное помещение, именно дом очень маленький, не позволял вместить всех детей. Любовь Васильевна с огромным сердцем так жаждала помочь этим детям, и огромная мечта у нее до сих пор осталась помочь огромному количеству детей. На сегодняшний день гостей семью Советов мы приглашаем на сцену. Семью Советов мы приглашаем на сцену. Люди, действительно, Дмитрий, Дарья, Михаил.
Михаил, Олеся, Ильдар, Надежда, мама Любовь Васильевна сегодня шествует к нам. Любовь Васильевна, пожалуйста, если вы нас видите, пожалуйста, выходите. Любовь Васильевна, но... Любовь Васильевна, но если можете, буквально пару фраз, но как получилось так? Действительно, сказать про вас, что вы героиня, не сказать ничего. Вы образец, вы хорошие, нам так приятно. В чем по вашему мнению, пожалуйста, Маша? Я даже не знаю, что сказать, я растерялась, не ожидала просто. Я хочу сказать, что я очень интересно поделиться впечатлениями, мнениями. Спасибо. День матери – это замечательный праздник. Мать – это святая женщина. Она героиня. Она отдает всю себя, любовь. В Москве 5 дней находятся здесь, и мы хотим, чтобы они запомнили этот день впечатлениями, которые здесь будут. Друзья, Любовь Васильевна, прямо одну секунду, я еще вот что скажу. Друзья, кроме того, что Любовь Васильевна помогла действительно этим ребятам, которые мы видим сегодня, Любовь Васильевна на сегодняшний день, она помогает тем людям, которые не слышат, находить выходы из жизненных ситуаций. Занимается тем, что снимает социальные ролики и выкладывает их в Ютубе, в интернете. У нее свой портал. Она, несмотря на рутину жизненных дел, большую семью, всегда помогает деткам различным со всей России. Также занимается социальными проектами. Друзья, вы себе представьте, более 500 социальных роликов, помогающих людям выйти из различных жизненных ситуаций трудных, в которые они попали, перевод элементарно в регистратуре, что-то еще. Любовь Васильевна взяла на себя огромную ответственность помогать таким людям. И я прошу вас, если у вас есть возможность, вечером зайти и посмотреть на портале в Ютубе интересные ролики Любовь Васильевны. Вы можете брать «Семья Саетова», Любовь Васильевна Саетова, и вам будут огромное количество интереснейших роликов в юмористической форме, в форме Ералаша, что так безумно любит Любовь Васильевна, очень любит Ералаш. Она просила у нас встречу с одним из любимых героев. Мы обещаем, что мы эту встречу организуем. Ну а сегодня мы благодарим Любовь Васильевну за ее огромный подвиг. Наши аплодисменты. Друзья, проходите в зал. Внимание на экран. Действительно замечательный праздник. Действительно замечательный вечер. Очень много голосов сказано потрясающих о мамах. В наше время очень много работы, все очень заняты. Громадные города. Я тебе хочу вам сказать, что я... Там прямо сейчас, я уже сказал, от тебя будет великолепный подарок, друзья. И... Всегда. Наших партнеров, Аббасов, друзья, партнеры, кто сегодня помогали. А кто остальные? Вы, Василий, вставайте. Наташа, он нас фотографирует. Вставайте. Вот, вместе. Вставайте. Мама вместе. Наташа, смотри, даже пацаны были. Поближе. Любой Василий, идите к нам. Давайте. Вот. Давайте. Это. Вот папе обидно. Спасибо, что приехали. Спасибо. Все, есть. А у нас есть. Я не узнала.
Маша, наверх. Наверх, сейчас забирай, давай. Пастографер, мы идите, идите, пойдем. Да идем. Пошлите. Отдай. Все. Помакали. Макс, на, держи. Все. Какой такси? Забирай. Всем удачи, здоровья, любви, радости, юмора и всего-всего. Дёма, что? Да. Что ты делал?